Так, всем привет. Решил сделать разбор вчерашнего товарищеского матча, как обещал. Вот сейчас кратенько, просто быстро по некоторым моментам основным пройдусь. Времени особо нет. Начнем, да, вот такой выход. Перехват здесь, да, вот в центре поля. Все, пошел у нас выход. Раз. Вот смотри, да, а кто здесь красное слово, по-моему, слово. Вот какая лесенка. Почему ты жмешься сюда? Тебе надо было бежать сразу вперед и орать мне: Леха, закинь. Или просто закинь. Или просто. Ну, достаточно одно слово какое-то говорить, потому что, ну, вот такую ситуацию использовать надо однозначно. Ну, это. И он дальше за Максом. То есть, если бы ты сразу пошел сюда открываться влево, ты вполне мог убежать сюда. На простор личной волны. И здесь заброс был бы, конечно, хороший. Опять же, что я делаю, да? Я немного тороплюсь и засылаю Фунту во фланг. Хотя здесь вот хорошо открывался Серега в центр, да, и можно было мне чуть придержать, отыграть Сереги, и я думаю, в центре здесь было бы поинтереснее продолжение на самом деле, да. Смотрим, где у нас кто располагается, вот в момент выхода из атаки. Вот это вот СОП, да, стоит здесь у нас, вот, защитники у нас боты, они сзади все стоят, потому что там стоит суперзащита, я их потом вверх подвинул. Вот. Вот это у нас стоит левый защитник здесь, Серега. Ой, Серега. Ромка. Ром, смотри, да? Вот пошла атака, ты находишься вот здесь. В принципе, твой игрок, вот он, последний, да? Последний игрок, который находится на твоем фланге впереди. Да, то есть, по идее, ты минимум вот здесь должен быть при поддержании атаки. Вот как-то так, чтобы тебе хватало сюда уйти. Не ночевать вот здесь не нужно. Вот. Ну, сюда пас, дальше все, перехват, ну, естественно, быстрая атака во фланге, просто сожрали, и как бы все на это. Ну, здесь вот такая ситуация, в принципе, здесь все правильно делал, да, Серега заслал во фланг слово, побежал. Не хочу, конечно, ничего тыкать, Лех, но смотри, характерная ошибка, Бербатов никогда не делается, когда защитник сзади тебя. Ну, ты прям в него втыкаешься, ну, это как-то ошибка такая. Для первого класса, для опытного форварда. Может быть, здесь его стоило или пониже чуть-чуть опустить, или назад отыграть. Вот под тобой здесь раз игрок, вот два игрок. Как-то вот так. Не, ну, хорошо, он просто в принципе здесь имел место финт, но не вовремя он сделан, так был. Ну, немножко подопустил его и так спокойно бы обыграл. Вот, а здесь вот как-то вот так. Ну, соответственно, потеря, да. То есть внимание обращаю нападающих, что финтите, если делаете это как-то более смело. Здесь подача углового, да, вот смотрите, как располагаемся. Ну, у нас сейчас нет ЦЗ живых, конечно. По идее, должен быть один ЦЗ, потому что ЦЗ должны быть за 190, это совершенно точно. Вот. Ну, вот пришел сюда ЦОП, встал рядом в центр с форвардом, и что здесь, я не знаю. Вот. Леш, ну, если ты пришел, ну, встань на дальнюю где-то там, еще что-то, да. Вот. Обращай внимание еще вот на эти вот области, вот на эту и вот на эту при подаче. То есть сразу сюда никто не должен, да, выходить, идти. Сюда можно кому-то выходить из глубины, там, может быть, определимся, кому точно. То есть сначала становимся здесь, потом подходим сюда, здесь образуется область. Если я буду говорить, что подаю вот в эти куда-то, вот в эти области, да, сюда, соответственно, все, кто находится в штрафной, должны как можно ближе сюда к вратарю оттянуть всех защитников, чтобы у меня мяч сюда пролетел. Иначе, если защитники стоят сюда ближе, сюда может пройти передача только сильной подачи с углового, когда мяч быстро летит. А когда он летит быстро, он летит низко. И, соответственно, если здесь кто-то будет на пути стоять, он может очень легко перехватиться. Если вы утащите сюда, значит, в зону вратаря побольше защитников, очень вероятно, что мяч сюда низким, сильным пролетит, и отсюда очень хорошая позиция, прям для удара сходу можно лупить. Вот. Ну, пока вот такая подача прошла, даже удалось выиграть двоим. Вот куда-то пробили, но мимо. Вот смотрим нашу контратаку здесь, да, достаточно удачно здесь Макс выигрывает, скидка назад, все правильно, да, слово с мячом. Смотрим диспозицию нашу, да. Вот Макс пошел рвать в край, правильно абсолютно. В принципе, мог бы, конечно, остаться, обыграть сюда в центр в касание, но, не знаю, мы больше рвем краями, поэтому краями надо продолжать рвать. То есть пошел в край,
забрал с собой защитника здесь, самого опасного его наркоза, вот он повел сюда. Вот слово, я бегу, Серега, что происходит дальше у нас? Я здесь чуть-чуть опаздываю, не успеваю, но в принципе получаю мяч. Вот, вот прошу обратить внимание вот сюда, вот на это охеренное пространство. О чем я говорил вчера на протяжении всех матчей, то есть они прессингуют, у них 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 игроков, 8, то есть у них почти все игроки здесь. Вот. Тут еще нападающие вот остались, вот на радаре видно, все. У нас вообще совершенно пустая здесь площадь, абсолютно. Здесь, конечно, мне надо было быстрее выдвигаться сюда, а Сереге не сюда все-таки ускоряться, а вот сюда, в эту зону свободную, куда-то уходить. Вот. И опять же, ПЗ здесь все-таки повыше, Сереж. И, блин, вот, конечно, игра с ботами накладывает отложение, потому что я вынужден был ставить защитную схему. Боты, вот они низко, соответственно, тебя по автопозиции тоже низко ставят. Но, по идее, ты где-то вот здесь вот должен быть для, тоже для того, чтобы могли тебе сюда дальше продолжить на фланг атаку, если что. То есть не надо крайним защитникам застревать там в обороне лишний раз. Подходите вот сюда, участвуйте, ради бога. Вот, и сейчас очень могла быть перспективная контра, но за счет того, что у нас вот здесь не было никого, у нас ничего не получилось. То есть вот я получаю мяч, смотрите. Их вот раз, два, три. Я пытаюсь здесь, вот ко мне только мяч, где пришел. Сергей говорил, Леша, ты больше всех ошибаешься в этом матче. Я говорю, что меня просто обувает. Вот только где я смог получить мяч, вот который мне пришел отсюда. Раньше я просто физически не мог до этого мяча. А когда он ко мне пришел, раз, два, три игрока, ты, спрятавшийся здесь никого нету, куда бы я мог кнуть бы быстро там на ход кому-то. Нету никого, все пусто. Вот ЛЗ, да, который сзади здесь, все, больше нет никого. Все, в принципе, фунт здесь, Леха, вот как ЦОП, все располагаются правильно. Вот, а как вот здесь впереди, почему вот этот кусок пустой, ну это вопрос, как говорится, не ко мне, да. Ну все, меня тут сожрали и будь здоров. Ну, правила на меня нарушили, и то хорошо, да, для нас было. Сразу обращусь, вот такого рода стандарта будет дофига, да? То есть я вот ставлю курсорчик, он виден всем здесь, да, кто куда. Говорю, что бежит то-то, что делают остальные все впереди стоящие, да? Остальные все упираются в живых игроков. Вот стараются вот рядом вот с этой точкой создать как можно больше пятно такое, чтобы прорваться было трудно игрокам защиты их обороны. То есть, соответственно, вот сюда ставлю курсорчик на заброс, говорю, кто бежит. Вот. Остальные все упираются тут, прикрывают, закрывают. Тем более, ну, почти все их игроки на этой стороне. Поле здесь вот один игрок здесь у них дежурит. Ну, здесь достаточно отойти одному или крайнему защитнику, или ЦОПу, кому-то его прикрыть сюда. Вот. Чтобы нет. Остальные все, да, находятся вот здесь, где-то в этих стеночках, держат этих игроков, чтобы они не как можно меньше побежали на этот забросик сюда, да. Вот. А у нас все вот стали по краям, а что толку-то? Подача все равно сюда, ребят. Причем, видите, да, он побежал назад намного раньше, чем я ударил. Вот. Соответственно, надо и тоже вместе с ним рывок делать тогда было. Ну, благо здесь у нас все прошло хорошо, мы даже гол забили после этого стандарта, сколько там все равно. Ну вот момент перед тем, как нам гол забили, да, тоже как бы несчастный случай. Но здесь смещается ЦОП в край, сюда отрабатывает. Ну, в принципе, блин, Леш, не надо так сильно ЦОПу смещаться. Вот область ответственности, вот ЦОП. Квадрат. Вот ты вот там поборолся, да, все, ты отыгран. Назад уже не успеваешь вернуться сюда, в центр. Вот смотри, что получается. Меня обыграли. Все, здесь вот она дыра какая прям. Серега не успевает сюда сместиться, подстраховать, да? ЛЗ играет со своим игроком абсолютно правильно. Вот. Ну, здесь, благо, успеваем потом вроде подтянуться. Вот удар издалека, но здесь, понятно, несчастный случай там, с багом, с вратарем. Ну, выбежал игрок, все. Просто если бы у нас там это место было заполнено в центре перед этим, да, возможно бы эта ситуация вообще бы как бы не возникла.
никого не обвиняю, просто говорю, что сопло все-таки надо по большей части чистить именно опорку в центре, потому что ну, самая опасная передача туда. Ну, достаточно стандартный наш выход. В атаку, да. Вот здесь отлично прям получает слово мяч. Сразу с ним разворачивается и дает в больничку просто Сереге сюда. Вот. Серег, во-первых, я думаю, может быть, чуть пошире играть, да? Вот. Ну, здесь отдавать сюда мяч, ну, блин. Прям в борьбу. Я не знаю, если бы это было вот здесь, вот где-то, может быть, это было бы оправдано. Но вот здесь, когда здесь еще трое защитников впереди, и вот давать вот так быстро мяч. Ну почему? Вот я один совершенно сзади. Вот. Посмотрим, да, еще раз. Выход этот. Бух. Вот начал разворачиваться. Зачем? Отыграл, сам говоришь, столба отыгрывай. Отыграл мне сюда. Опять же, Ром, видишь ты где стоишь? Точку. Ты должен быть вот здесь, вот, в это время. Ну и Серега, конечно, тоже, мне кажется, не должен так близко здесь играть. Может, Серега чуть опоздал. Если бы Серега был чуть впереди, может, оно было бы хорошо. Сюда, 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 в стеночку как-то прошло, но он уже опаздывал. Во время приема опаздывал уже. Ну, как бы здесь надо было решение все-таки другое немножко принимать. Не знаю, да. Ну и Ром, ну не должен ты там застревать в обороне. Ты должен быть вот здесь. Ну, ты посмотри позиции. Вот она опять зона, которая совершенно пустая. Совершенно. То есть, если бы сейчас вот здесь ты был, можно было бы тебя замечательно подключить сюда по флангу в атаку, и все, Серега отходит назад, тебя страхует, и все, там гол. Ну, или не гол, но острота, конечно, офигенная. Вот пусто, все. Весь левый фланг пустой просто абсолютно. Мы отдаем борьбу, здесь нас жирают, здесь жирают, все, все. Все, сажали, атака закончилась. А, ну, благо я тут перехватил, да, что-то здесь. Вот тоже, блин. Перехватил, жопой, блин, навес. Ну, не знаю, вроде никто не прессинговал, насколько это было оправдано. Здесь тоже надо смотреть, короче, эти вещи все. Ну, здесь вот отличный перехват Леха делает, да, выходим. Леш, блин, подожди чуть-чуть, вот. Ускорится здесь слово, блин, опять вот эта дырка у них с этого фланга. Тогда, конечно, Максу было тяжко. Если бы он еще вот так пошел, может быть, Макс начал открываться. Опять же, Макс... Если видишь, что здесь вот открывается твой партнер чуть-чуть в сторону, ну, попробуй вот так утащить, наоборот, сюда за собой еще. Вот. Ну и здесь слово, конечно, надо как-то побыстрее, что ли, выходить, или тебе так низко не опускаться. Вот. Как-то так получилось. А, ты здесь меня страховал. Ну, здесь контратака, здесь, конечно, да, здесь позиционно ничего не скажешь. Просто, ну, должен был бы пас, конечно, сюда. Вот. Там, естественно, больничка ушел, все. Ну, здесь вот, думаю, здесь понятно все, да, здесь сам Серега. Вот, момент исключительный для паса на ход и выход один на один. Ну, что-то вот начинается тащение мяча и потерь. Ну, вот тоже характерный для нас выход в край, да. Ну, здесь вот Серега достаточно низко получил мяч, то есть здесь как тут продолжать. Ну, Серег, смотри, ты продолжаешь вот сюда, дальше на Макса, да, вот слово здесь отыграно остался, все, вот Макс впереди, вот, ну, блядь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, блядь, и Макс там один. Вот чуть придержи, отыграй назад, сюда. Вот опять же, о чем я говорил, вот снова вот эта ситуация с прессингом, ребят, вот их сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, блядь. Вот он фунт. Пас на ход верхом, вот сюда. Пробуй. Скорее всего, фунт сюда успеет. Ну, здесь все они, просто все. И опять сюда, сюда дальше. Так, ну, сюда, не сюда. Я специально сюда не иду, потому что мне сюда здесь без толку лезть. Здесь их вот, блин, сколько, какое количество, блин. Вот, вот здесь вот Леха пытается сюда тоже свободную зону занять, выйти. В принципе, тоже правильно. Вот сюда вот он должен куда-то смещаться. Если здесь такая зона просто, вообще... Вот идет продолжение сюда, блядь, в борьбу Максу. Макс, благо здесь, конечно, блядь, на личном мастерстве. Если бы он вот в этой точке бы пробил, не стал бы дальше обрабатывать мяч, было бы, конечно, хорошо. Ну, здесь его просто обули, и все.
Вот сейчас по угловому остановил. Вот классика, да. То есть вот три человека. По идее, значит, у нас ФРВ, значит, или сюда один встает, и один ЦЗ куда-то должен будет вставать, тоже или сюда, но не на дальнюю штангу. На дальнюю ЦЗ практически без толку стоять. Ему нужно вставать или сюда, или в центр, да, самому высокому игроку. Дальше что происходит? Вот, да, здесь какая-то борьба. Я говорю, на кого подаю, да, то есть по кружку, в принципе, даже видно. Вот. О чем я говорил? Вот он опять угол у них пустой. Ну, здесь неграмотно стоят защитники. Но, в принципе, да, кому-то можно вот сюда потихоньку по стелсу выходить. Вот на это место. Если я говорю, что подаю на дальнего там цвет, вот сюда, все остальные стараются как можно ближе уйти к лицевой линии. Вот сюда вот. Вот, оттянуть, чтобы вот этот угол освободить как можно больше. Вот сюда, для навеса. Вот это вот сюда. Вот. Соответственно, если я говорю на ближнего, то я буду слабо подавать, и сброс сюда дальше идет, должен быть на штангу. Либо я буду подавать на ближнего сильно, соответственно, я тоже это буду говорить. Соответственно, лучше тогда сразу прям попытаться пробить. Да. Вот. Ну, возможно, на дальнего. Но на дальнего здесь такая подача, как правило, не особо удачная всегда, потому что, ну, да вот в этой конкретной ситуации его и кроет, здесь и вратарь чаще может, и как-то хуже выигрывается, хуже пробивается, не знаю. Да. Несколько попыток. Ладно, мы к этому вопросу вернемся еще на тренировке. Подача угловых. Вот снова, да, выход флангом левым. Пошли, пошли. Я не знаю, я здесь как-то прятался тоже за защитника. Возможно, здесь через такую кучу верха, может быть, прошел пас сюда. Макс, вот ты здесь близко тоже. Ты, ну, как бы здесь и так толпа, и ты еще сюда за собой защитников как-то приводишь. Ну, может, чуть пошире, вот сюда, вот здесь вот где-то хотя бы находиться. Вот здесь обращай внимание, фунта, фунт. Вот сюда, вот. На заброс вперед. Ты, в принципе, ты нам здесь в пас уже не поможешь никак, находясь вот здесь, вот в этом месте. Особо. То есть, есть свободные зоны, играет соперник в прессинг. Здесь их вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть, с вратарем. То есть, вообще практически все здесь. Все, вся команда, они играют в жесткий прессинг, они здесь. Ребят, вот, противоположный край, полузащитник, нападающий, блин. Ну, нападающий, они все здесь, потому что еще и Макс их сюда привел. Вот этих вот защитников, которые с ним играют. Вот сюда, вот, отойди сюда, и здесь заброс, Серег. И надо как-то это вот командовать или как-то, ну, понимать, самим ориентироваться. Ну, вот уже какая ситуация у нас по счету, так вообще никого на фланге, просто никого. То есть, я думаю, навесом, может быть, мяч летел бы долго, а пасом на ход вперед вполне можно было. Причем вот из ситуации, которая была раньше, здесь уже вот как-то так, вот здесь можно было вот фунту мощным пасом в ноги отыграть. Ну, как бы вот, сыграешь сюда, но здесь видно, что мяч будет перехватывать вот этот вот защитник. Вернемся еще раз. Понимаешь, там ситуация сложная, Сереж, да, что вот там защитник. Но защитник, видишь, он кроет меня, он даже на тебя не пытается напасть, он кроет пас мне. Здесь, в принципе, мне было без вариантов давать. Даже вот, они даже ЛЗ кроют, в принципе, ребята молодцы, они, кстати, вот здесь отрабатывают по полной нападающих. Они вот и ЛЗ даже кроют, то есть ты назад не отыграешь. Единственный вариант здесь тогда, если уж так близко, может быть, слово тогда надо было во фланг попробовать. Ну, как-то растащить их немножечко. Тогда, может быть, этот пас бы сюда Максу прошел. Но вы вот здесь вот собрались вдвоем, и вот он пас, да? Или вот он заброс сюда вот. Какой-то должен был куда-то на ход. Он не последовал, да? То есть, вот игрок стоит. Ну, не знаю, может быть, мощным пасом. Вот ты обычный пас давал. Может быть, мощным пасом на Макса здесь прошло. Здесь бы, конечно, было здорово, да? Прошло на Макса, Макс отыгрывает фунту, фунт сходу тут лупит. Вот, но может было и сразу сюда сыграть. Или это, ну, смотрите, ситуация-то не первая такая. Может, я, конечно, вас уже утомил, но вот очередная возня на левом фланге. Вот, пытаемся выйти. Снова вся команда СОПов тут. Мы продолжаем там его тыркать. Тыркаем. Вот. Вот. Фунт, тоже смотри. Вот. Чуть дай, блин. Ну, я не знаю, вот ты без мика, может быть, здесь, конечно.
Вот, наконец-то пошла передача сюда. По идее, она должна была вот сюда прийти, на самом деле, а не на меня. Ну, нет, пытается облупить. Ну, здесь уже как бы не суть важно. Здесь я тоже ошибаюсь, на самом деле. Я хотел сделать мощный пас на ход фунту. Ну, просто, ну, не... Как сказать, этот передача новая еще, пальцы сами ее еще не привыкли делать, вот эту мощный наход, поэтому ошибаюсь. Вместо мощный наход у меня получился вот такой наброс Максу сюда в грудь, конечно, моя ошибка, да. А вообще, по задумке было правильно сюда сделать пункту мощный наход на выход, но как-то вот не получилось. Ну, здесь практически сразу вот опять такой перехват, удачный, да. Ну, здесь вот Макс выбегал из офсайда, поэтому с ним не удалось сыграть. Ну, здесь вот решаю пробитие с этой точки. Хотя, конечно, если бы я чуть подождал, или, может быть, если бы слово чуть быстрее пошел вперед, я бы его раньше заметил. Ну, здесь, конечно, вот надо катить было сюда. Вот, и чтобы уже здесь форвард пробивал или что-то сделал. Ну, то есть, удар прямо во вратаря, причем пробил вот так себе. Ну, здесь еще под конец ситуация такая, да, вот я перехватил здесь мяч. Вот. Серега, а что ждем, ногу-то пас? Вот край твой, пожалуйста. Вот здесь, по идее, надо уходить сюда было нападающим. Тебе идти сюда. Макс, опять близко играешь. Ну, чуть подальше играю, вот сюда, пошире немножко. Ну, здесь, ну, сложно же было что-то сделать. А если бы ты сюда ушел, в край, возможно, было бы поинтереснее как-то. То есть, по идее, у нас форвард в крайнем случае должен туда открываться, в край убегать. Ну, не в этой ситуации точно. Ну, в общем, такая игра получилась, да. Ну, Голебяк преимущество небольшое по статистике здесь. Ну, в принципе, да, по игре, скажем так, там, конечно, Бульвер и потащил достаточно, но тот гол, который они забили, ну, да, по идее, мы должны были здесь, конечно, выиграть. Вот. Опять же, если бы выходили... И с прессингом мы нормально, да, ну, то есть не выходили, а вот отрезали бы вот этот прессинг, да, который они создавали нам. Нам было очень тяжело играть, но вот видно было, когда мы уходили во фланге, они туда всей командой приходили, в принципе, можно было одним пасом обрезать их всех сразу, да. Если бы мы их пару раз так обрезали, то, туда, я уверен, что они бы так уже не стали бы прессинговать дальше туда, всей командой смещаться на один фланг, вот. То есть вот на эту тему надо обратить внимание, конечно, нам плотно, да, что когда вот под таким мощным прессингом мы находимся, можно будет вот такими пасами, там либо пасом на ход сверху, либо просто набросом. То есть, как бы, соответственно, вот если мы все вот на этой стороне собрались под прессингом, да, то есть здесь не надо здесь тыркать до конца, но постараться освободиться и отправить вот либо мяч сюда на противоположный фланг немножко. То есть, почему я говорю, что игроком противоположного фланга желательно не заходить за ось вот за эту, ну или чуть-чуть только смещаться, да, и быть готовым вот к этому рывку всегда сюда. Или здесь же, наоборот, ситуация на этом фланге. То есть, соответственно, сюда, Сереж, ты вообще вот сюда прибегаешь в центр. Не надо, как бы, вот один человек все равно должен быть на отлете немножко, да, или быть готовым туда отойти. Вот, ну, вот если бы мы так сыграли, мне кажется, было бы у нас поинтереснее игра бы там сложилась. Ну все, всем пока, сегодня игра, да, всех жду 20:30. Все, счастливо.